Всем доброе утро. Хотела сказать, YouTube для меня, знаете, он больше такой еще как дневник для коллекции. Вот. Очень много просьб снять ролики. Я их, ну, там с пастой, сухой, мокрый и так далее. Я их все читаю, все в голове у себя откладываю идеи, но для начала мне хотелось отснять всю глину, которая у меня есть в наличии. Вот, поэтому придется подождать. Я вот все записываю. Видите, у меня все по списку, что я сняла, что нет. И вот что буду снимать. Какие будут ролики один за одним идти. Поэтому прошу вас терпения, терпения, терпения. Хочется самой не сбиться, и чтобы вся глинка была у меня на странице, на канале, как бы отдельным хрустом. Ну, плюс у меня еще всякие лагеря, эфиры, поэтому немножечко получается растянуто. Вот. Это же, вот эти уже я видео отсняла. Они уже стоят в очереди, каждый день выходят. Вот. Каждый день я стараюсь снимать по... Не каждый день, а через день у меня получается, через два я снимаю вот по 5 роликов. Так что вот. Спасибо за внимание.